Footsteps walking down his hall. He lived at the end of a long hall. В полночь мы услышали шаги, продвигающиеся вперед по коридору. Он жил в конце длинного коридора, и его дверь была единственной в этом коридоре. И эти шаги остановились возле его двери, и раздался стук в дверь. И я сказал: «Роджер, возьмись за дверную ручку и приготовься открыть дверь». И со всей возможной напускной храбростью я держал пистолет. Я подождал стука в дверь, он последовал и... Heart Research Center представляет вторую часть «Путешествия в мир сверхъестественного» с автором бестселлеров Роджером Морнье. В первой части интервью Роджер Морнье рассказал о пережитом опыте, который он испытал в молодости, посещая собрание сатанистов. В этой части к нему снова присоединяются Сирил и Синтия Гросс, которые помогли Роджеру вырваться из сил тьмы и найти любящего Бога. Интервью берут Дэн и Карен из научно-исследовательского центра. Давайте же посмотрим завершение этой истории. Мы снова и снова давали ему библейские уроки, а он продолжал курить, и вскоре мы дошли до места в Писании, где говорилось о здоровье, диете и здоровом образе жизни, о том, что тело наше является храмом. И Роджер был просто поражен этим. Мы рассказали ему, что... И кажется, есть такой текст, что когда человек отворачивается от Бога, он становится корнем, произвращающим яд. Полынь. Или полынь. Поэтому у нас отвращение к табаку. Он был поражен этим и сказал: «Почему же вы мне не рассказали, что вы не курите?» Есть стих, который говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». 1 Коринфянам 3, 16-17. И он спросил меня, что означает этот стих. Я ответил: «Давай, к примеру, возьмем церковь. Мы все уважаем церковь. Ты бы взял сигарету в церковь и закурил бы там?» Он сказал: «Конечно, нет». Затем я задал подобный вопрос об алкоголе, и Роджер ответил, что не сделал бы и этого, ведь это было бы глупо. Делая такие сравнения, я подвел к тому, что тело наше — это храм. Роджер задумался и спросил: «Почему же я не рассказал ему об этом в первый же день?» «Тогда бы ты не пришел еще раз», — ответил я. Он сказал: «Да, ты прав». Итак, мы видим, что терпение — это действенное средство, и когда вы пользуетесь им и даете достаточно времени, это окупается. Роджер рассказал нам, что он понимал, что сознательно поклоняется сатане, и это пугало его, ему было страшно. И он молился. Молился Богу просто, не используя многих тех слов, которые используют христиане, обращаясь к Богу. Но он сказал: «Если есть Бог на небе, помоги мне». И в то время именно вы стали ответом на его молитву. Это правда. Но кроме этого, не был ли он ответом на вашу молитву? Несомненно, так и было. Когда, изучая библейские уроки, мы дошли до темы о субботе, я родился в Галифаксе, Синтия родилась в Монреале. Все это время моим окружением были баптисты и методисты, и я не знал, что значит ходить в церковь по субботам, а не по воскресеньям. Иногда я подшучивал над моей женой, что она ходит в церковь не в тот день. Но возвращаясь к теме, когда мы занимались изучением библейских уроков, и дело коснулось субботы, он одобрил это, но не поверил. Разочарование в изучении Слова Божьего состоит в том, что тебе хочется придерживаться традиций больше, чем следовать истине. И я хотел придерживаться традиций, но в то же самое время истина возвратила меня к тому мгновению, когда я сказал... Я даже не говорил Синтии об этом. «Господи, если ты хочешь, чтобы я светил субботу, позволь мне с теми знаниями, которые у меня есть, завоевать одну душу. И если я сделаю это, я буду знать, что это знак». И вскоре после этого я встретил Роджера, который стал ответом на мою молитву. Он попросил меня изучать с ним Библию. Я знаю, это был знак. И вот сегодня я здесь.
Какую роль об истине про субботу сыграли все убеждения Сирила в ваших внутренних переживаниях и столкновениях со Христом? Как я понимаю, он на тот момент даже не был крещенным членом церкви адвентистов седьмого дня. Он был крещен в ту субботу, когда вы впервые пришли в церковь. А что если бы он не был убежден в правильности соблюдения субботы, и он бы, например, готов был работать в субботу? Ну, я, наверное, утратил бы вечность. Я убежден, я бы потерял все. То есть его твердые убеждения и вера были частью того процесса, в результате которого произошла встреча со Христом? Более того, он тогда изучал Библию с пастором Тейлором. И пастор Тейлор подвел к той точке, где сказал, что нужно соблюдать седьмой день, субботу. Он сказал, если ты собираешься служить Богу, делай это всеми возможными способами. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Четвертая заповедь гласит, помни день субботний, чтобы святить его. И далее Господь говорит, почему нужно святить этот день? Потому что он Бог, творец всего живого. И он благословил этот день. И Сирил, он сказал себе самому, и молился об этом. «Господь, мне нужен знак от Тебя, что Ты со мной и хочешь, чтобы я начал светить субботу прямо сейчас». Но, Господи, чего-то не хватает. Вот что я скажу Тебе. Если Ты сделаешь возможным, чтобы я встретил кого-то, кто не знает о субботе, ведь есть такие люди, которые не слышали об этом. Чтобы я смог убедить этого человека в важности соблюдения субботнего дня, Боже, если ты хочешь, чтобы я соблюдал субботний день, пошли мне такого человека прямо сейчас, не в следующем году, не в другой раз. И знаете что? Он получил ответ на свою молитву через 2 недели. Было время, когда и сам я сказал подобные слова. «Если есть на небе Бог, который заботится обо мне, помоги мне». И мне кажется, что это было через несколько дней после того, как Сирил принял это важное решение и сказал, «Боже, покажи мне, я просто хочу понять и почувствовать, что ты слушаешь меня и делаешь что-то особенное именно для меня, а я делаю что-то в ответ для тебя, потому что я соблюдаю твои заповеди». Итак, на самом деле, вы, Роджер, стали ответом на его молитву еще в то время, когда вы были спиритистом. Да. Итак, знали ли вы и Синтия, когда начали изучать библейские уроки с Роджером, что он принимал участие в служении Духом? Вы знаете, Бог весьма благословил нас, и благословение Его заключается в том, что мы были абсолютно невежественны во всем. И я бы не советовал никому идти и открыто делать то, что делали мы, зная, что человек, которому вы свидетельствуете, служит злым духом, потому что нет такого человека, у которого было бы достаточно сил побороть злых духов самостоятельно. Но я очень счастлив, что Бог, Святой Дух руководили нами. Я чувствовал себя защищенным, и мы справлялись. И когда пришло то время, Сирил, когда вы выяснили, что этот человек поклоняется злым духам? Мы выяснили это во время изучения уроков. Я точно не помню, в какой именно момент это случилось. Он пришел, а перед этим мы прошли тему о непростительном грехе. Он пришел со слезами на глазах, был сильно расстроен. И он сказал, что ему очень плохо. У него в руках были книги. И я спросил, почему ты так расстроен, Роджи? Роджи — это по-французски. Он сказал, ну ты понятия не имеешь, чем я занимался. На это я ответил, послушай, Библия говорит, что всякий грех простится человеку. Но он продолжал, ведь ты не знаешь, что я сделал. И после того, как он сказал мне, чем занимался, что поклонялся дьяволу, на каком глубоком уровне он был знаком со всем этим, он показал мне некоторые книги. Тогда я открыл одну из них и прочитал некоторые наставления и советы, как поклоняться дьяволу. Я просто закрыл ее и сказал, что даже не хочу видеть ничего подобного. Я сказал, но есть один аспект, на который бы я хотел пролить свет. Если ты совершил непростительный грех, ты бы сейчас не находился тут и не имел желания изучать Святое Писание. И далее, цитируя Писание, я снова повторил, что всякий грех будет прощен. Это относится и к тебе, сказал я. Ты должен быть уверен, что ты прощен, и сам должен простить себя. И мы продолжили изучение. Я понятия не имела, что значит поклоняться дьяволу. Я думаю, что мы оба были очень наивными.
И я, продолжив, сказала: «Я вот что тебе скажу. Давай оставим тему о том, что простительно и что непростительно у Бога, и давай-ка закончим изучение Библии». Это была вся информация, которой я владела на тот момент, и она не была полной. В ответ он начал говорить, что мы и понятия не имеем, какие проблемы его окружают, на что я могла только сказать, что это достаточно непривычно и даже странно быть вовлеченным в подобные обстоятельства. Сирил, когда вы и Синтия узнали об участии Роджера в спиритизме, у вас сразу возник вопрос о том, существует ли это на самом деле? Вы действительно были наивны в этом вопросе. Но расскажите нам, в вашем случае у вас было особое положение, работа в полиции Канады, и вы имели разрешение на ношение оружия? Это правда? Да, у меня было разрешение на ношение оружия. Роджер рассказал мне еще о том, что слышал шаги, идущие по коридору. Он жил в конце длинного коридора, и его дверь была единственной. И эти шаги остановились возле его двери, и раздался стук в дверь. У нас тогда как раз были проблемы в Федерации Штатов. Поэтому, когда он рассказал мне об этих стуках в дверь, я просто сказал, что, возможно, кто-то пришел к нему из этих людей. Я сказал ему, что я напугаю их так же, как в случае, когда они приходили за мной. И я так высоко ценил свое оружие, что не забывайте, что я не был крещен в то время. Конечно. Я так верил в силу этого оружия, что взял его с собой, и мы поехали к Роджеру. Мы отлично проводили время, смеялись, а в полночь услышали шаги, продвигающиеся вперед по коридору. И я сказал: «Роджер, возьмись за дверную ручку и приготовься открыть дверь». И со всей возможной напускной храбростью я держал пистолет. Я подождал стука в дверь, он последовал, и я не помню точно, сколько ударов было. Но сначала я открыл дверь, и там никого не было. Верно. И цвет его лица изменился. Цвет лица изменился? Правда? Да, верите вы мне или нет? И там никого не было? Никого. Какие эмоции вы испытывали в тот момент, когда дверь открылась, и там никого не было? Знаете, как это выглядело? Как будто он соляной столб. И я сказал ему: «Давай-ка присядь, они не причинят нам вреда». Мы присели, поговорили еще некоторое время об определенных проблемах, а через 10 минут дух постучал в мою балконную дверь, и последний удар был куда сильнее и громче. А Сирил в тот момент был таким же смельчаком? Он выскочил из кресла, правда, Сирил? И сказал: «Давай убираться отсюда». Потому что стук был действительно сильный. Да, в ту минуту я сказал Роджеру, что, кажется, пришло время, чтобы я избавился от этого пистолета и поскорее принял крещение. Да, точно, так и было. И после этого он решился. Знаете, я знаю много разных историй о том, как принимаются подобные решения, но это, наверное, самое уникальное из тех, что я слышал. Мы были как дети, которые понятия не имеют о том, с чем играют. И он защитил нас. И как я говорила, если кто-то знает о человеке, который вовлечен в подобное, они не могут справиться сами. Есть необходимость в особой молитве о защите. Нужно, чтобы Господь был тем, кто сможет справиться с ситуацией. Человек просто не может этого сделать. Такой силы, которая необходима для противостояния, нет ни у одного человека. Что помогло вам понять, что теперь у вас есть возможность быть спасенным? Что это было, когда вы поняли, что у вас есть шанс? Ну, Святой Дух все время вдохновлял меня. Святой Дух свидетельствовал мне о даре искупления. И чтобы выразить это словами, мне будет недостаточно словарного запаса, потому что это нечто таинственное. Ведь Святой Дух возрождает нас, свидетельствуя нам. Он очищает наш разум и дает понимание, и вы начинаете видеть вещи совсем в другом свете, чего вы не могли делать раньше. Внезапно жизнь наполняется смыслом, и вы уже готовы умереть за то, что вы познали. Понимаете? Я был готов к этому. Я добирался домой на трамвае около часа и был дома в 12.
Я узнал потрясающие истины о Боге, просто потрясающие. И в среду вечером у меня появилась первая надежда. Я не помню, какой стих из Писания это был, но вот что он гласил. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И вы записали эти слова в своем сердце. Роджер, за эти 3 дня, с вечера понедельника до вечера среды, что было у вас на душе по отношению к духам? Я знал, что духи будут наблюдать за мной все это время. Предполагал, что пошлют своего человека или устроят несчастный случай. Вот что я чувствовал в то время. И я подумал, что это довольно странно, что до сих пор ничего не случилось. Вот я вернулся вечером в среду домой с той мыслью, что я завтра снова пойду на урок по изучению Библии. Позвольте уточнить, то есть вы пропустили служение поклонения духом в среду? Да. И вместо этого вы были на уроке по изучению Библии? Да, верно. Хорошо, и что же случилось дальше? Итак, тогда я сказал, этому этапу моей жизни пришел конец. В среду вечером я думал, что дьявол начнет атаковать, но ничего не произошло. В четверг утром я был жив и вернулся к изучению Библии. К тому моменту я осознал, что Творец заботился обо всем, потому что эти люди никогда не прославляли Бога, но они всегда обращаются к высшим силам. Они уважают... Нет, они гордятся тем фактом, что уважают чей-то авторитет. Следовательно, они признают некого Создателя, как и мы. Но, конечно, они считают, что их Господин, так они называют падшего Люцифера, так же умен, как и Бог, и что у него будет свое царство в вечности. И я понял, что сила Господа еще не была раскрыта. А сейчас я стал смелым, понимаете? И Дух Святой дал мне достаточно сил сделать это. Бог дал мне достаточно сил даже пойти на смерть за ту истину, что я недавно познал. Это то, что случилось. И я изучал Библию. То есть вы продолжили занятия и пошли на урок по изучению Библии в пятницу? Да. А затем вы в субботу впервые пошли на богослужение? Расскажите нам, пожалуйста, о своем первом опыте в субботу. Сначала вечером, перед тем, как я ушел, было около 11 часов. Сирил спросил, нравится ли мне изучать уроки. Я сказал, да. Затем я спросил, ведь вы завтра собираетесь идти в церковь, не так ли? Он ответил утвердительно и спросил, не хочу ли я пойти с ними. Почему бы и нет, конечно, ведь я все еще жив, ответил я. Что ты имеешь в виду, все еще жив, был его вопрос. Ну, я сказал одну из тех глупостей, которые обычно говорят, когда обманывают. Но я-то прекрасно понимал, что хотел сказать этим. Я все еще жив. Сирил предложил, не хочешь присоединиться к нам завтра? Пойдем вместе. Тут недалеко, пешком всего несколько кварталов. Завтра будет чудесный день. Да, конечно, увидимся тут, согласился я. И мы пошли в церковь. Нас любезно встретили при входе. На стенах висели какие-то буклеты. Я прошелся, посмотрел на них и даже прихватил несколько с собой. Мы пошли в субботнюю школу. Мне очень понравилось. Роджер, Господь хотел избавить вас от вредной привычки курения. Смогли ли вы справиться с ней? Ну, в тот день я пришел домой где-то без 7:15. Пока мы говорили с пастором, у меня было невероятно сильное желание закурить. Примерно за час до этого, когда мы общались с Тейлором, и он отвечал мне на некоторые вопросы, которые я сам же и задал. Когда я уходил, я сказал, мне нужно закурить, я так больше не могу. На пути домой, когда я ехал в трамвае, я подумал, что моя попытка избавиться от курения обернется для меня адским испытанием.
Но потом понял, что этого не будет, ведь Бог мне окажет помощь. Бросаю курить. Я пришел домой, открыл один из шкафчиков, где на верхней полке у меня лежало две пачки сигарет. Я открыл их, пошел в туалет и отправил их в плавание. После этого я пошел в комнату, подошел к маленькому столику, на котором лежала моя Библия. Я взял ее и начал читать о распятии Христа. И я так делаю каждое утро на протяжении уже 45 лет. Книга Матфея, 27 глава, стихи с 24 по 54. Каждый день по воле Божьей я читаю этот отрывок. Но теперь мне не нужно включать свет и читать, ведь я уже знаю это наизусть. Я доверил свою жизнь и веру на усмотрение Господу славы, который пролил драгоценную кровь за меня, чтобы приобрести законное право спасти меня от того, кем я был и куда я шел. Так был положен конец моей вредной привычке. С того момента у меня больше никогда не было желания закурить. Я попросил Бога как бы пересоздать меня. Я понял, что Он есть Тот, Кто сотворил меня и может обновить. Роджер, когда вы приблизились к этому моменту, чтобы покаяться перед Богом, препятствовал ли вам в этом злые духи каким-либо образом? О да, долго и ждать не пришлось. В течение всей недели я чувствовал, что Святой Дух защищал меня и препятствовал их действиям. Затем, когда я пришел домой в ту среду, в полночь, на моей двери была записка от моего приятеля. На ней было написано: «Мне нужно поговорить с тобой, это срочно. Даже если ты позвонишь мне среди ночи, мне все равно. Я просто должен поговорить с тобой. У нас ужасная катастрофа». Но перед этим хотел бы немного рассказать о том, что мы изучали тем вечером. У меня была одна книга, Синтия и Сирил дали ее мне. Итак, я открыл ее и начал читать ее. А внутри этой книги была закладка, листок бумаги. Я достал его и положил рядом на стул. И вдруг этот листок бумаги начал подниматься и двигаться по кругу, по комнате. Я вовсе не удивился, я понимал, кто это делает. После лист бумаги остановился над книгой, которую я читал, и упал на нее так, что книга выпала у меня из рук. Я поднял книгу и понял, что духи пытаются говорить со мной. И я принял твердое решение не делать этого. Затем я снова взял книгу, чтобы читать, а дух выхватил ее и с огромной силой кинул через всю комнату к противоположной стене. И после этого я решил, что все же позвоню и поговорю с тем человеком, который оставил записку. В коридоре был телефон-автомат, но я не хотел использовать его, поэтому я решил пойти в соседнее кафе или квартал, чтобы позвонить оттуда. Я набрал номер и услышал в трубке: «Тебе что, наплевать на мою жизнь, Морнье? Что за друг из тебя?» «Я со среды уже места себе не нахожу, а от тебя нет ни весточки». «Я даже ждал у твоей двери. Во сколько же ты домой пришел?» Я ответил, что пришел примерно в полночь. После чего услышал от него: «Ты в беде». Потому что в среду вечером первосвященнику явился дух и сказал ему, что ты изучаешь Библию с какими-то христианами. Кроме того, ты изучал Библию не просто с христианами, а с адвентистами, людьми, которых наш Господин ненавидит больше всех на планете. Как так получилось, что ты вляпался в подобное? Ты что, совсем не заботишься о своей жизни? Забочусь, конечно, сказал я. После этого он рассказал, что еще ему рассказали духи.
Я сделал небольшую паузу, а потом сказал: «Слушай, я не могу объяснить тебе по телефону, чем я занимаюсь на протяжении недели, когда изучаю библейские уроки. Почему бы тебе не заглянуть ко мне завтра? Тогда бы я тебе рассказал, почему я делаю то, что делаю». Он согласился, и мы договорились о встрече в воскресенье утром. И, закончив разговор, я пошел обратно к себе домой. И тогда я решил, что лягу спать. Как только я лег в постель, включился свет. Я встал и погасил его. Я снова ложусь, и снова включается свет. Я понял, что так будет постоянно, поэтому просто решил заснуть с включенным светом. Но спустя некоторое время вещи начали двигаться по комнате. Картина слетела с одной стены и прилепилась к другой, хотя ничто ее не держало. И светильник со стола поднялся и завис в воздухе. Вы чувствовали страх в тот момент? О, нет, нет, абсолютно. Все потому, что, понимаете, человек такое существо, которое приспосабливается ко всему. И вы получаете некую сверхъестественную силу от Бога, или же дьявола, и Бог проводил меня через это испытание. Я знал, что мне предстоит битва, и что сатана будет пытаться сокрушить меня своими нападками. Но спустя некоторое время я все же уснул. В конце концов, сколько можно было? Я хотел спать и попросил у Бога благословения на сон. В следующий раз меня разбудили около 2 часов ночи, потом в 4. И в 4 часа утра я сел, оперся на спинку кровати и задал себе вопрос, что я собираюсь вообще делать? Потому что Бог не отвел духов от меня. А потом я задумался, что, возможно, Господь хочет, чтобы я сам понял, как мне с этим справиться. И я спросил Духа: «Ты хочешь поговорить со мной?» Дух ответил: «Да, наконец-то, я хочу поговорить с тобой. Что ты вообще такое делаешь?» Вы видите, Господь контролировал все, даже то, что духи не говорили со мной. Я осознал, что все находится под Его очень особым контролем. И так я заговорил с духами, и я понял, что Он был духом-советником. Потому что Он сказал: «У Господина есть невероятные планы на твою жизнь. Слава, почет, уважение, богатство. Тебе что, разве ничего из этого не интересно?» Тогда я ответил: «Я хочу, чтобы ты знал, Дух, что еще 10 дней назад я бы принял твое предложение. Но сейчас ты уже говоришь с бывшим поклонником духов. И я получил образование о реальной жизни, а особенно реальности вечной жизни. И я сказал, что не заинтересован в его предложении. Около 2 или 3 минут, может, 4, а это достаточно долгое время. С его стороны не было никакого ответа на то, что я сказал. Получается, что он был в абсолютной растерянности от вашей смелости и отваги. Да, именно. Затем, когда дух снова заговорил, то его голос дрожал. Знаете, когда совершенно обескураженный человек пытается справиться с ситуацией, то его голос меняется. И он создал такое впечатление, что ему было очень трудно выражать свои мысли. Он был очень находчивой личностью. И он сказал: «Мы работали так долго, целыми годами, чтобы подготовить тебя к миссии для нашего господина. А ты что делаешь? Ты отвергаешь его предложение». Я ответил: «Определенно». «Тогда с этого момента в твоей жизни будет сплошная нищета. И это, если тебе еще удастся остаться в живых, в чем я сомневаюсь».
И не думаю, что будет еще один шанс. Мы численно превосходим. А я ответил: знаешь, дух, первосвященник упоминал о высших силах. Отныне я принадлежу высшим силам. И мне не нужно сотрудничать с тобой, или твоим господином, или с любым другим духом, потому что вы все проигравшие, а я победитель. Сотни миллионов лет идеальной жизни в преобразованном, обновленном, возрожденном теле, которое у меня будет. Мои года будут исчисляться миллионами лет. А если я приму предложение вашего господина, то что я буду иметь с этого? Сейчас мне 20 лет, и даже если я тут проживу до 100, как ты это можешь сравнить с сотнями миллионов лет? И у меня будет все то серебро и золото, что ты предлагаешь мне, и даже более того. Поэтому я больше не являюсь проигравшим, я победитель. И дух ответил: мы уничтожим тебя. И он засмеялся смехом, наводящим ужас. Он издал такой смех, который мгновенно навел меня на мысль о том, что именно таким смехом смеялся Нерон, когда он наблюдал за тем, как львы раздирали христиан на арене Колизея в Риме. Итак, как же все-таки дух ушел, Роджер? Он так ушел, что чуть дверь не сломал. Он вышел через дверь на балконе, она резко открылась так, что дверная ручка почти пробила штукатурку на стене. Он ушел по собственному желанию? Я приказал ему именем моего Господа Иисуса Христа уйти и не появляться больше. И он ушел? Да, он ушел. И он хлопнул дверью, уходя, как бы и любой человек сделал. Он открыл ее так резко, когда уходил, что дверная ручка оставила след на стене. Я до сих пор это помню. Дому было около 50 лет, штукатурка была наложена давно. «Именем Иисуса Христа вы приказали демону покинуть вас. Он ушел, хлопнул дверью, а вы пошли спать?» «Да». «И на следующее утро ваш друг Роланд пришел?» «Да, но перед этим хотел бы рассказать еще кое-что. Пришло утро, и я проснулся». «Моя Библия, мой столик был с левой стороны». Я положил руку на Библию и начал перебирать странички, и я думал о многом, делая это. Я открыл Библию и снова задумался. Сначала я не думал о том, что сделал. Я встал, но после наклонился и посмотрел в Библию. И я увидел, что открыл книгу пророка Исаия. И я начал читать об опыте Иезекии. Когда Синнахирим, царь ассирийский, окружил Иерусалим и говорил Иезекии, чтобы тот сдался и открыл ворота, и что он не выживет, потому что они сметали целые нации на своем пути к нему. Говорил, что уничтожит все на своем пути. Я был очень впечатлен тем фактом, что Иезекия взял письмо, которое ему прислал генерал, и пошел в храм Господний, положил письмо пред Господом и поговорил с ним о письме. Он нуждался в его поддержке и руководстве. И когда он не успел еще вернуться в свой дворец, то пророк Исаия пришел и сообщил, что у Господа есть весть для него. Он сказал, что по той дороге, по которой Сеннахирим пришел, по той же и уйдет, не причинив вреда. И знаете, мне очень понравилась молитва Иезекии. Я даже выучил ее.
Она прекрасна. И с того момента у меня появилось внутреннее желание укрепляться в Слове Божьем, потому что когда я читал отрывки из Писания, которые соответствовали моему состоянию, я чувствовал поддержку и силу. Тогда я решил, что именно это я должен делать. Я буду укрепляться в Слове Божьем, буду заучивать стихи из Библии наизусть. И я взял листик бумаги и красным цветом подчеркнул слова молитвы Иезекии, переписал их на листок и положил в карман. Итак, когда я находился в дороге, я мог заучивать эти слова. И я на протяжении 45 лет все еще делаю это. И когда меня спрашивают, для чего я это делаю, ведь я так много знаю отрывков из Писания, я отвечаю, да, но мне нужно еще больше. Мне хочется постоянно подпитываться духовно. Итак, это было большое благословение. В той истории я увидел чудо освобождения. И когда я дочитал главу до конца, где было написано, что в ту ночь ангел Божий вышел, и когда утром царь и войско его проснулись, они осмотрелись и увидели, что солдаты были мертвы. И возвратился царь с войском в Ниневию. И он пошел в храм своего бога Нисроха. И когда он находился там, прославляя своего бога, то сыновья его пришли и поразили его, а сами убежали в землю Араратскую. Я был очень впечатлен этим, и я оставил Библию открытой. Потом зашел мой товарищ, и Библия оставалась на своем месте. Итак, когда ваш друг Роланд пришел, вы как раз завершили свои утренние размышления и дочитали историю про Сеннахерима. Что сказал ваш друг? Чувствовал ли он волнение или он был расстроен? Да, он вошел в комнату, присел и сказал, «Я не могу поверить в это». Ну нет, кто угодно из людей, но только не Морние, мог сделать такую глупость, как бросить вызов духам. Ты же разумный человек, Морние. Знаешь, у тебя есть выбор. Первосвященник сказал, что если ты сейчас со мной пойдешь к нему, то не будет никаких проблем. Духи все забудут. Он пообещал мне это, дал гарантию. И предложил, давай сделаем правильный выбор. Зачем рисковать своей жизнью? Но я сказал ему, что не собираюсь идти к первосвященнику ни сейчас и никогда. Потом мы еще поговорили кое о чем, а затем он сказал, «Знаешь, я скажу тебе кое-что. То, что ты не собираешься больше иметь дело с хозяином и его людьми, мне так не хочется говорить тебе об этом. Но первосвященник сказал мне, что за твою жизнь назначили цену. Один доктор, он сказал мне его имя, обязался заплатить 10 тысяч долларов, чтобы тебя прикончили. Как вы себя чувствовали, когда узнали, что за вашу жизнь назначена цена? Ну, это немного меня удивило, хотя на самом деле я готовился к чему-то худшему. Возможно, поэтому меня это сильно не тревожило. Со мной был Господь, и Его Дух поддерживал меня. Хорошо. А было ли присутствие Духа, очевидно, для Роланда в то воскресное утро? Да, когда мы говорили, он понял, что проигрывает битву, он начал нервничать. Он поднялся и направился к двери. Положил руку на дверную ручку и, стоя там, сказал, «Морние, пожалуйста, сделай это не для себя, сделай это для меня. Ты хоть можешь представить себе, что будет со мной, если что-то случится с тобой? Я не знаю, как они со мной поступят». Тогда я сказал, «Послушай, у меня есть предложение к тебе. Пойдем со мной, и ты получишь всю защиту, в которой нуждаешься. И кроме того, вот что еще я тебе скажу. Пойди и скажи первосвященнику и его людям, и пригласи их всех в нашу церковь, а я договорюсь о том, чтобы для них нашлось достаточно свободных мест. Вот такое я сделал предложение. Но он ответил, что никогда бы не сказал такой глупости, а я ответил, что это будет на его совести.
Затем он взял сигарету, и я увидел, как его рука дрожит. Ты нервничаешь, заметил я. Позволь мне сказать тебе, прервал он. Здесь есть некая сила, присутствие, к которому я еще не привык. Мне очень некомфортно, потому что тут есть что-то, что заставляет меня чувствовать огромный дискомфорт. И тогда я спросил его, ты знаешь, что это? Это присутствие Божьего Духа, Духа Создателя, дающего жизнь. И я добавил, что все другие силы подчиняются этой высшей силе. Таким образом, мы закончили разговор, и он решил уйти. Он сказал, что на вашу жизнь наложен контракт. Что же вы ему ответили на это? Он нервничал и сказал вам, что вы находитесь под тенью смерти. Каков был ответ? Я сказал, друг мой, у меня есть новость для тебя. Но не только для тебя, а и для вашего верховного служителя. И теперь Дух Божий дал мне этот особый праведный гнев. Вы знаете такую терминологию? Поэтому, когда я услышал, что они собираются причинить мне какое-то зло, я сказал, «Слушай, у меня есть кое-что для вашего первосвященника и его ребят. Тот день, когда вы убьете меня, станет днем, когда дающий жизнь Господь отнимет дыхание жизни у всех них, кроме первосвященника. И у него в храме будет мертвое побоище. И пусть первосвященник не заказывает гробы, а лучше позвонит в пожарную Монреале, и его 100 человек, прихожан, сложат штабелями. Вот что случится. Он сказал, что я глупец. Ты так думаешь? Спросил я. Давай я покажу тебе кое-что. Я взял Библию и сказал, что собираюсь прочитать ему одну историю. Он попросил, чтобы это было как можно короче, потому что хотел уйти поскорее. Послушай, сказал я. Этим утром я читал историю о Иезекии, который верил в Создателя. Если вернуться назад в те столетия, вот что происходило. Сеннахирим пришел со своим войском, а Иезекия начал молиться Господу и получил ответ, что тем путем, которым враг пришел, тем же путем он и уйдет. И в ту ночь 185 тысяч человек были уничтожены ангелом Господним. Поэтому не надо говорить мне, что я не понимаю, о чем идет речь. Я могу уверить тебя, что если к моей голове приставят пистолет, то они проиграют и потеряют все. Творец отнимет у них дыхание жизни. И это прозвучало так правдиво и с такой уверенностью, как будто это были не просто слова, а пророчества. И я думаю, что Господь ответил бы на мою просьбу. И что же Он ответил вам после того, как вы рассказали Ему эту историю? Ну, Он сказал, что просто зря потратил свое время. А перед тем, как уйти, добавил, что даже не хочет пожать мне руку, потому что я больше не являюсь его другом. Мне оставалось только согласиться с ним. Если когда-либо мы встретимся, при любых обстоятельствах, даже и не думай смотреть на меня, так, будто мы знакомы, потому что я проигнорирую тебя и постыжусь тебя, где бы мы ни были. Такими были его слова. И я сказал, хорошо, нет проблем. Итак, Роджер поделился с вами, что члены общины, в которой он раньше состоял в Монреале, участники той элитной группы, поклоняющиеся бесам, так же, как и сами демонические силы, были очень недовольны им из-за того, что он изучал Писание, особенно с адвентистами седьмого дня. Говорил ли он вам когда-либо, что для вас есть определенная опасность в том, чтобы связываться с ним? Он действительно сказал кое-что, что вызвало чувство опасности. Он рассказал, что у него был телефонный разговор с кем-то из организации, и что те люди угрожали нашим жизням, причем знали нас по именам. Но за ним, конечно, никто не следил. Я предположил, что силы тьмы могли общаться с теми, кто им поклоняется. Они знали наши имена. И некоторые события, которые следовали после, подвигли меня приписать это именно демоническим силам.
Синтия, был некий случай, что-то неприятное для вас и Сирила. Я знаю, что Роджер был заинтересован этим не меньше. В вашем доме был пожар незадолго после того, как вы изучали Писание. Расскажите нам немного об этом. Вскоре после изучения Слова Божьего мы сидели... Мы жили тогда с моим отцом. У нас была достаточно большая гостиная. Мы сидели в этой комнате, когда подошел мой брат и сказал, что у него есть небольшая проблема. Он использовал какое-то химическое вещество и говорил, что оно не возгорится. Он хотел попробовать, произойдет это или нет. И так как комната была достаточно большая, он, вероятно, подумал, что концентрация дыма будет не такой, какой была в маленькой комнате. Поэтому он просто решил зажечь спичку. Но я думаю, что газ не опустился на пол, а поднялся вверх, где сидели мы, проник в нашу комнату и вспыхнул. Вспыхнул с какой силой? Вспыхнул пламенем. И все исчезли. Сирил пошел вниз, чтобы взять одеяло. Мой брат тоже куда-то пропал. Я находилась в соседней комнате у окна, которая выходила на переднюю сторону дома. Тогда я подумала и поняла, что ничего само по себе не прекратится. И мне нужно что-то делать. Поэтому я залезла на кресло, но совсем не знала, что делать. Я была в растерянности. Затем я посмотрела в окно. Я жила на третьем этаже. Но тогда мне пришла в голову только одна мысль – прыгнуть из окна на балкон второго этажа. Очень маленький балкон. Когда я снова взглянула на окно, шторы уже пылали в огне. Тогда я испугалась, что могу попасть мимо балкона и разбиться об цемент. Я поняла, что ничего не получится. И я просто стояла, меня будто парализовало. Единственной частью меня, которая все еще продолжала функционировать, был мой разум. И тогда я начала молиться и просить Бога: «Господи, я не хочу умирать. Пожалуйста, услышь меня. Я всего год замужем, вся моя жизнь перед Тобой. Если Ты тут, если Ты видишь хоть какой-нибудь выход отсюда, прошу, сделай же что-нибудь». Я подождала немного, но не получила никакого ответа. Но совсем вскоре, будто кто-то ударил меня, чтобы столкнуть с кресла, я услышала четкий голос: «Прыгай сейчас». Это означало, что мне не нужно искать ответов и рациональных объяснений. Я наклонилась, готовясь к прыжку. Я была на расстоянии 2 метров от двери, а между дверью и моим стулом находилось радио, и на нем была лампа. Я наклонилась, чтобы прыгнуть, и оказалась вне комнаты, прежде чем вернулся Сирил с одеялом. Я совершенно не помню, как я туда попала. Вы как будто переместились. Да, да. И что же произошло с вами в ту минуту? Канистра бензина... Это был не бензин, а керосин. Канистра керосина, которая стояла рядом со стулом, взорвалась и сделала огромную дыру в потолке. Это случилось, как только я покинула то место. Хотя мои волосы сгорели, мое лицо было обожжено, и я осталась без бровей. И мой муж спросил меня, как мне удалось выбраться из комнаты, ведь она просто пылала. Я могла только ответить, что я молилась, и совершенно не знаю, как это произошло. Мне даже не понадобилось одеяло. Господь отвечает на наши молитвы, несмотря на то, что дьявол хочет сделать с нами. После пожара мы уехали. Тогда мы собирались в США. Мы нашли место и заехали во французский район, на место ирландской семьи. Мне там очень нравилось.
Но мы преимущественно сидели дома, не показывались, потому что думали, что скоро снова переедем. Люди там оказались очень хорошие. Пока мы жили там, происходило много странных вещей. Например, когда мы молились и ложились спать, внезапно двери начинали хлопать, открывались окна, и ветер врывался в комнату. Это очень пугало нас. Поэтому каждый вечер мы ложились спать с Библией. Она всегда была под подушкой. Когда мы только включали свет, все было тихо и спокойно. Знаете, будто кто-то ожидал этого. И все это происходило в течение нескольких недель. А потом начиналось кое-что другое. Были такие звуки, будто посуда выпадает из шкафа, или кто-то с шумом подметает пол, и много всего другого. Я была очень напугана и совсем не хотела оставаться в том месте. Это случилось в то время, когда вы изучали Библию? Нет, нет, это случилось после. Понятно. Еще много всего случилось с нами после этого. Да, на протяжении еще нескольких месяцев. То есть духи преследовали вас? Да. Преследовали за то, какую роль вы сыграли в общении Роджера к библейской истине. И так целых несколько месяцев. Как же это прекратилось? На самом деле, силы тьмы не останавливаются. Единственный способ отгородиться от них — на коленях, молясь. Думаю, что очень немногие имеют иммунитет от того, что делают силы тьмы. Дьявол работает против нас. Он знает, что его время коротко. И совсем нельзя сказать: «О, он остановился». Потому что когда вы так говорите, именно тогда все и начинается. У нас сегодня все еще есть проблемы, потому что мы знаем, что дьявол все еще за спиной, и большинство ошибок наших, неправильных поступков, было совершено при его содействии. Поэтому Господь говорит нам, чтобы мы молились, непрестанно молились. Было ли когда-нибудь такое, что вы чувствовали, что находитесь в сложной ситуации, потому что демоны обозлились на вас? Вы когда-нибудь желали, чтобы лучше бы вы никогда не встретили Роджера? Никогда. Нет. Я бы снова сделал все точно так же, если бы возникла такая же ситуация. Жизнь не настолько важна, как вечность. И наша душа не должна отворачиваться из-за страха или недостатка отваги. И не настанет тот момент, когда бы я пожалел о содеянном. После того вечера в субботу, когда демон отошел от вас, беспокоил ли он вас еще после этого, или все просто прекратилось? Нет, не все так быстро закончилось. Каждую ночь духи стучали в стену, в двери. Каждую ночь я просыпался по 2-3 раза. Они пытались снова начать разговор со мной. Но Господь не позволял им беспокоить меня каким-либо другим способом, кроме того, что они пытались поговорить со мной. Знаете, ведь Создатель дает нам свободу выбора. Мы можем выбрать сторону добра или же зла. Это именно наша прерогатива. Это свобода, которую дарует нам Бог, и она прекрасна, свобода выбора. Но, конечно, в это же время враг Божий говорит: «Мне нужен доступ к тебе», пока он просто стучит в твою дверь. Но если ты ответишь ему: «Все, ты потерял Бога». Я знал это очень хорошо. Все это продолжалось 6 месяцев. Каждую ночь дух стучал в мою дверь. Вы не задавались вопросом, почему они продолжают делать это? Конечно, я говорил: «Спасибо, Господи, что это все, что ты позволяешь им делать». Потому что дьявол бы предпочел разрушить абсолютно все, обрушить на меня потолок или даже целое здание за то, что я делал. Но я для себя знал, что это есть жало в моем теле. Я прочитал 2 Коринфянам 12 главу, где апостол Павел пишет, что для того, чтобы он не превозносился от того, что ему были даны такие откровения, он пишет сам о себе: «Дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Потому что человеческий разум и сердце любят думать о себе хорошо. Поэтому мы становимся гордыми и самодовольными, и тем самым грешим против Создателя.
Поэтому апостол Павел говорил, что хочет молиться об этом, и он делал это трижды. Но Господь ответил ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Разве это не прекрасно? И поэтому апостол говорит: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И я сказал Господу такие же слова, что если так нужно, чтобы эти существа беспокоили меня до конца моей жизни и стучали в мою дверь, пусть будет так. Это наименьшее, что я мог бы терпеть. И когда же это закончилось? Ну, однажды после молитвенной встречи один служитель спросил: «Как у меня дела с христианством и верой?» Я ответил, что лучше и быть не может. И мы как раз уже собирались расходиться. Он сказал, что рад за меня, и поинтересовался, нет ли каких проблем с духами. Я спокойно ответил, что они все время пытаются начать разговор со мной и стучат в мою дверь каждую ночь и будят меня. И что же ты делаешь? Как же ты терпишь это? Нужно что-то делать? Погоди минутку, это моя вина, что я не сказал тебе, сказал он. Силы зла будут пытаться найти доступ к тебе, пока в том месте, где ты живешь, есть литература или что-либо другое, связанное с поклонением духов. У тебя есть что-нибудь подобное? Да, я ответил, что у меня было три книги, ладан и свечи. Тогда он просто посоветовал мне избавиться от всего этого, чтобы не было подобных проблем. Он был очень в этом уверен. И я сделал все, как он сказал. Уничтожил все полностью, и они абсолютно перестали беспокоить меня. Сегодня я являюсь благословением для кого-то еще. Одна женщина из Калифорнии написала мне, что ей очень срочно нужен мой номер телефона, потому что ей нужно было связаться со мной. Она не могла писать об этом. Она сказала, что не сможет передать все в письменной форме. Ей так было это необходимо, потому что она была притесняема духами. Поэтому, когда я прочел письмо, а она написала в нем свой номер телефона, я мог позвонить ей, чтобы она перезвонила. Она была вдовой и никогда не брала трубку, а всегда перезванивала, когда слышала сообщение на автоответчике. Поэтому я набрал ее номер, она перезвонила и сказала, что я должен помочь ей. Что именно я должен это сделать, никто другой. То есть это был не вопрос, это была мольба о помощи. Да, она говорила именно так. Она рассказала, что никто из служителей там не мог помочь ей, и даже президент конференции считал ее сумасшедшей. Тогда мне пришлось спросить, в чем же конкретно была проблема. И эта женщина рассказала, что когда она читала Библию, дух вырвал ее из рук и отбросил в другой конец комнаты. И затем, прочитав мою книгу, она поняла, что ситуация идентичная. Однажды среди ночи, около 3 часов, духи подняли ее вверх над кроватью и с высоты потолка кинули ее обратно. Вещи двигались по всему дому. Она слышала мужские голоса, где никого не было. Или когда она слышала, что хлопают двери, и спускалась вниз, чтобы проверить, все было заперто на замок. То же самое было и с окнами. Так что же вы ей ответили? Я сказал ей: «Леди, это демонические духи притесняют вас». Затем она спросила: «Но какие меры мы можем предпринять? Мой пастор даже говорить об этом не хочет». Когда он меня видит, то быстро здоровается и старался как можно скорее ускользнуть от разговора и найти кого-то другого для общения, чтобы не слушать, что у меня на прошлой неделе были вновь некоторые проблемы. Тогда я сказал: «Леди, с Божьим благословением вы решите вашу проблему». И я дал ей рецепт. И каков же он? Я сказал, что она должна теперь сделать нечто особенное. «Я сделаю что угодно, если это будет в согласии с волей Божьей», — сказала она. Тогда я сказал, что ей нужно познакомиться поближе с силой крови Христовой, спасительной силой. То, что Бог может сделать для нас, мы не можем сделать сами. Кроме того, что Он может дать вечность, Он еще и может избавить от подобного притеснения. Но прежде чем мы пошли дальше, я спросил ее:
Не имела ли она какого-либо опыта до этого? Потому что она сказала, что это вернулось. Это началось несколько лет назад, около 10. Оказалось, около 3 лет назад она имела подобный опыт. Но это длилось недолго. Тогда я сказала: «Сестра, на тебе есть отпечаток общения с духами». У демонических духов есть прямой доступ к тебе, и Господь не может помочь тебе в этом, потому что в твоем доме есть какие-то вещи, связанные с поклонением духам, или вещи человека, которые связаны с этим. Есть ли среди твоих знакомых человек, который имеет связь с духами мертвых, которые на самом деле являются демоны? Она сказала: «Да, есть, одна слепая старушка, о которой я заботилась последние 2 года, 3 дня в неделю». И она давала мне книги, Библии и другие разные вещи. Она спросила, считаю ли я, что это именно те вещи, из-за которых могут возникать проблемы, потому что та женщина использовала свою Библию, чтобы общаться с духом своей матери. Слепая женщина? Да. И она сказала, что эта Библия беспокоит ее, и спросила, не хочет ли она забрать ее себе. Она ответила, что у нее уже есть одна Библия, но старушка хотела отдать ее кому-нибудь. Так она и оказалась у нее дома. И когда она попала туда, это было началом всего. Тогда-то духи и начали подступать. После этого я получил письмо. Вы сказали ей избавиться от этого, так? Да. Было около 10 вечера, когда она мне перезвонила, потому что перед этим ходила навестить свою сестру за 30 миль. И когда вернулась, мы поговорили в 10 часов вечера. Я спросил ее, «Ты хочешь сегодня спокойно поспать?» Она, конечно, ответила утвердительно. Я сказал ей, чтобы она отнесла все эти вещи в гараж, затем взяла свою Библию и с молитвой очень внимательно прочитала отрывок из книги от Матфея, 27 главу, где описывается распятие Христа, 30 стихов, с 24 по 54, и чтобы после этого она поговорила с Богом об этом. И на этом проблема закончится. На следующий день она снова позвонила мне. Первый ее звонок был в пятницу вечером, и она сказала, что уже нет никаких проблем. Все прошло, и больше нет звуков. Но однажды она снова позвонила и сказала, что есть проблема. Проблема? Да, я слышу шаги. Я спросил, от всего ли она избавилась, как я ее и просил. Но она сказала, что есть один человек, с которым она знакома несколько лет. Спустя некоторое время она решила, что он никогда не станет адвентистом, потому что он сильно верил духам умерших, особенно духу своего кузина. Он все время говорил о нем. И так вышло, что он дал ей газонокосилку. И теперь она находилась в ее доме. Тогда я снова сказал ей избавиться от этой вещи, чтобы она не находилась среди предметов ее пользования. Затем она перезвонила и сказала, что все в порядке. То есть вы хотите сказать, Роджер, что если человек, который является спиритистом или имеет любого рода связь с силами тьмы, дает кому-то другому свою вещь в пользование, это дает духам право, открытую дорогу, широкий путь. Сейчас многие люди боятся, что кто-то наложит на них порчу, потому что у вас могут взять локон волос или что-нибудь, что принадлежит вам. Это ерунда. Господь может позаботиться об этой чепухе. Но если из рук спиритиста или человека, так или иначе связанного с демоническими духами, что-то попадает в ваш дом, то духи получают открытый доступ к вам в дом в любое время, и Бог не может помочь вам. Печально видеть подобное. Он не может помочь до тех пор, пока вы по собственному желанию не удалите эти вещи из вашего дома. Да, верно. Но это не означает, что он не контролирует их, ведь иначе они могли бы уничтожить вас. С легкостью. Я встречался с многими людьми, которые писали мне письма. Был один мужчина, из которого были изгнаны бесы одним из служителей церкви, а также женщина, которая уже 10 лет свободна от духов. В свое время понадобилось 13 часов молитвы и общения с духами, чтобы они покинули ее тело. Их было несколько сотен. Воля и сила этих людей были полностью уничтожены. Абсолютно. Сейчас я хочу рассказать о двух типах экзорцистов, о людях, которые изгоняют бесов.
Экзорцист — это тот человек, который сгоняет бесов? Да, именно. Освобождает людей от бесовских духов. Первый из африканских религий. А вторые сегодня в христианстве. Людям говорят, что если они боятся того или другого, в них есть дух страха. И нужно его изгнать. И когда такие люди слушают проповедь одного из этих людей, этих пасторов, да, они именно проповедники, те, кто изгоняют бесов. О да, и это есть самый печальный факт. Они устраивают служение в церкви, говорят людям о том, что многие из них находятся под властью демонов и не знают об этом. А возможно ли находиться во власти демона и не знать об этом? Ну нет. Нет, если ты христианин. Если ты вверяешь свою жизнь Богу каждый день снова и снова, тебе не нужно волноваться о том, что демоны вмешаются в твою жизнь. И вот что случается. Проповедник рассказывает о том, как он боролся и изгонял сотню бесов, молясь в течение 10 часов, чтобы они покинули тело страдающего. У тех людей, которые находятся на подобном служении, всегда много проблем. К примеру, один проповедник говорит, что если у вас есть определенный вид аллергии, то вы одержимы демонами. Люди верят. И эта бедная женщина думала так же. Она в глубине своего разума думала о том, что если Иисус не может защитить ее от бесовской одержимости, то что же это за Бог такой, который не может сохранить ее от злых сил? То есть то, о чем вы сейчас говорите, значит, что эти предполагаемые освобождающие служения, которые напрямую имеют дело с оккультизмом и изгнанием демонов из людей, являются опасными? Да, опасны. В 7 главе книги от Матфея, в 22-23, Господь говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это очень сильная весть для некоторых людей. Подобные служения — это ужасное уничтожение христианства. Они вредят делу Христа. В чем конкретно заключается проблема служения освобождения? Человек, который занимается подобного рода служением, должен общаться с духами. Он говорит с духами, называет имена. Да, они полностью теряют Христа. Искупительная кровь смывается с них. Они думают, что совершают служение Богу, хотя на самом деле они служат дьяволу. Они способствуют тому, что люди отходят от Бога. Есть одна женщина, которая после выхода моей книги о молитве уже полтора года звонит мне каждую неделю в пятницу или в воскресенье. Она очень общительная. Мы общаемся около полутора часа. Так вот, из нее изгоняли бесов и все такое. Судьба этой женщины настолько несчастна и одинока, что я удивляюсь, как она все еще жива, продолжает верить в Христа. В прошлом году она позвонила мне в 11:30, в ночь перед Рождеством. Я ответил. Она сказала, «Брат Мурние, мне нужно поговорить с тобой. Мне очень неловко звонить тебе так поздно», — сказал голос в трубке. И она плакала. Я спросил, в чем проблема? Она с трудом успокоилась и рассказала мне, что совсем недавно мыла посуду, и вдруг мужская рука дотронулась до ее левого плеча. Она быстро повернулась, но никого не было. Это был тот же дух, который пытался вывернуть колеса ее машины, когда она была за рулем. У нее уже был такой опыт, когда передние колеса были расшатанными. А когда она пригнала ее на автосервис, действительно машина находилась в аварийном состоянии. Колеса закрепили, эта женщина снова села за руль, проехала около мили, и то же самое случилось с задними колесами. И снова она приехала в автосервис, где повторно провели ремонт. Это та самая женщина, которая была освобождена от сотен духов 10 лет назад? Да, это была она.
Итак, она спросила меня, что ей делать в этой ситуации. Я ответил, что она должна делать то, что должна. Укрепиться в Господе, а затем мне придется возродить ее уверенность в силе Творца. Поговори с ней о послании к Колоссянам, о созидающей силе Христа, о том, что мы обретаем полноту в Нем, и то, что Он является главой всех начальств и всех властей. Понимаете? Он создал все. И тогда эта женщина спросила, не буду ли я возражать, если она будет звонить мне каждую неделю. Потому что она чувствовала, что когда я разговариваю с ней, к ней возвращается вера в целительную кровь Христа, которой будет достаточно, чтобы поддерживать свое духовное состояние на одном уровне в течение всей недели. Но затем она сказала, что если она не звонит среди недели, то у нее появляется желание умереть. Вы знаете, она очень обязательный человек, занимает высокую должность в правительстве и великолепно образованная личность. Прекрасный человек с развитым интеллектом. Она сказала, что, наверное, никогда не сможет освободиться от этого. «Не стоит волноваться, сестра. Вы освободитесь от этого», — ответил я. «Что же вы порекомендовали ей?» На самом деле, я могу сейчас очень долго говорить об этом, потому что ее случай действительно тяжелый. У вас было несколько таких тяжелых случаев, с которыми вы очень осторожно работали. Но важно то, что некоторые из людей чувствуют себя угнетенными после того, как они прошли через освобождающее служение. Да, потому что это говорит проповедник. Если бы какой-нибудь продавец из супермаркета сказал тому или иному человеку, что он одержим, то это не убило бы его веру в Христа. Но когда с кафедры персона, называющая себя служителем Бога, говорит о том, что страхи являются признаком одержимости и прочие подобные вещи, то люди верят ему. Первая мысль, которая приходит на ум этому человеку, может быть такой: «Что же это за спаситель такой, который не может уберечь меня от бесовской одержимости?» Самая огромная сила, известная человечеству, — это сила внушения. Александр Македонский, который завоевал мир, использовал именно силу внушения. Он не хотел использовать грубую силу, армию. Он говорил, что использует армию только в крайнем случае. «Я использую силу внушения», — говорил он сам. У него были свои люди в каждом городе, которые проходили и каждое утро и вечер говорили жителям города, чтобы те сдавались, потому что им не выжить. Таким образом, они постепенно опровергали тот факт, что люди могут выжить и победить. Затем негативное задание давало свои плоды, и в результате люди говорили: «Давай сдадимся, он все равно нас победит». И теперь мы знаем историю, что этот человек завоевал мир не мечом, а словом, которое распространяли его люди. Итак, сила убеждения наибольшая в этом мире сила, которая известна человеку, и она была доказана умными людьми. Поэтому, когда проповедник выходит за кафедру и говорит людям, что они одержимы, он полностью рушит веру в целительную кровь Христа. Когда вера спускается до нулевого показателя, знаете, что тогда происходит? Открывается широкая дорога к душе человека. В его жизнь проникают силы зла, и они захватывают его. Итак, картина такова. Мы должны собраться в 7 часов вечера и изгнать духов. Подготовьте себя к тому, что, возможно, понадобится стоять всю ночь и молиться. Многие люди звонили мне и рассказывали о таких ситуациях. Знаете, разные люди, достаточно взрослые, которые уже имели своих детей, рассказывали, что они одержимы. Печально это видеть. Многие из них даже заканчивают жизнь самоубийством. Очень многие. И дальше проповедник набирается смелости и начинает молиться о том человеке, который якобы одержим. Он говорит с демоном, узнает его имя, чем он занимался целыми столетиями. И знаете, дух рассказывает достаточно интересные вещи о сверхъестественном. Духам это очень нравится. Но именно это в интересах духа, продолжать говорить со служителем. И говорит, что он не будет выходить. Затем появляется другой голос, представляется по имени Кристин, говорит, что он не демон и так далее. Все это игры демонов. Да, демонические игры. И к тому моменту, когда дух должен вот-вот выйти, человек уже почти мертв.
Роджер, было несколько человек, которые связывались с вами по особой нужде. И вы разработали некий план, состоящий из 7 пунктов, для тех, кто уже знает, что такое оккультизм, непосредственно связан с этим и страдает от этого. Могли бы вы сейчас поделиться самыми основными идеями этого 7-ступенчатого плана? Конечно, у меня было много людей, которые писали мне. Они переживали духовный упадок, находились в упадке из-за того, что их преследовали демоны. И они не могли понять, почему это так. На странице 534 «Великой борьбы» есть утверждение, всего две строчки. И я хочу обратить на них внимание. Сатана стремится побороть человека сегодня, так же, как он сделал это с нашими прародителями, пошатнув их доверие к своему Создателю. Интересно, не правда ли? Как я уже отмечал ранее, когда религиозный лидер с кафедры убеждает людей, что они одержимы демонами, тогда их вера спускается до нулевой отметки, и открывается реальный доступ для демонических духов. И затем эти люди проходят через сеанс экзорцизма. Итак, я разработал план, с помощью которого люди могут получить помощь, и притом быстро. Вот у меня есть 7-ступенчатая восстановительная программа для тех людей, которых притесняют демонические духи, и тех, которые стали жертвами так называемых освобождающих служений. Они вовсе не освобождают вас, а только вовлекают в это еще больше, и это рушит ваш христианский опыт и разделяет вас с Богом. Первое. Выбросить или уничтожить всю литературу, которая связана со служениями освобождения. Избавьтесь от всего, что вам дали, потому что у демонических духов есть право находиться там, где есть вещи, на которых они оставили свой след. То есть это не просто вещи, связанные напрямую с оккультизмом, но также и те, которые связаны со служением освобождения. Да, так и есть. Хорошо. Второе. Не говорите с демоническими духами, даже если хотите приказать им покинуть вас именем Иисуса Христа, как я это делал перед тем, как познал Божье Слово. Позвольте уточнить. То есть, если даже человек противится демонам, он не должен даже именем Иисуса Христа приказывать духу убраться или говорить с ними. Но что же тогда нужно делать? Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда Христос изгонял из людей духов, и это описывается во многих местах в Писании, духи хотели поговорить с ним, ведь он был Сыном Божьим. Но Иисус запрещал им говорить, потому что они лживые духи. Они скажут 2-3 слова истины и 10 клеветы. После этого люди думают, что коль они говорят об Иисусе столь любезно, то они должны быть от Бога. Но это не так в мире духовной борьбы. Когда человек находится в такой ситуации, где присутствие демонов очевидно, и он не может даже именем Иисуса Христа повелеть ему идти, то как же избавиться от них? Им нужно молиться, или Святой Дух это сделает? Да, вы сделаете это силой Духа Божьего. Иисус сказал евреям, что они изгоняли бесов силой Святого Духа. А Павел, когда мы читаем 19 главу книги «Деяния апостолов», пошел в Эфес, и там мы видим разные проявления оккультизма, вмешательство злых духов. Это был огромный центр оккультизма в Римской империи. И Павел оставался там 2 года, и его 12 последователей были там. Они молились о распаде этого центра. Там были одни язычники, и совсем не было христиан. И мы читаем, что они делали огромную работу, точнее не они, а Святой Дух делал огромную работу через них, в результате их молитв. И Дух Божий находился с Павлом настолько сильно, что люди, как написано, возлагали платки и опоясания с тела его. В Деяниях 19 главе, 11 и 12 стихах сказано, я цитирую, «Бог же творил немало чудес руками Павла,
Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Итак, именно Святой Дух, сила Святого Духа – это то, что очищает людей и освобождает от демонов. И вам даже не нужно приказывать убраться именем Иисуса Христа, ведь это заблуждение. И сейчас я объясню, почему. Это даже опасно, потому что Дух может ответить вам, и когда вы вступите с Ним в контакт, тогда вы проигрываете. Тогда на вас самих уже есть этот след. То есть немедленно, если вы уже вступили в контакт с Духом, вам нужно помолиться и попросить Духа Святого удалить эту демоническую силу, верно? Я имел связь с людьми, одержимыми демонами. Никаких вопросов. В моей практике был один человек, тогда я был работником «желтых страниц», и никто не мог нормально его воспринимать и иметь с ним дело. Его называли странным. Один парень, он был баптистом, как-то сказал мне, «Я думаю, он одержим». И вот я пришел к этому человеку, он богохульствовал, бил рукой по столу и параллельно с этим разговаривал с кем-то по телефону и говорил ему, куда идти. Он был в большой спешке, а я просто начал молиться. Молиться о том, чтобы Святой Дух Божий дал мне достаточно силы, чтобы сделать ту работу, за которую пролилась искупительная кровь Христа, и которую Он поручил нам делать, которую Он сам сделает через нас, прося о том, чтобы кровь Христа омыла этого человека, и чтобы его грехи были прощены. Ведь он, наверное, около 20 лет не исповедовал грехи, и у него не было такого желания, но он имеет право на ту свободу избавления, которую даровал нам Христос ценою своей крови. Также мне встречались люди, которые были словно воздушный шар, который вы протыкаете иголкой. Давление ушло, человек заулыбался и сказал, что уже месяц не улыбался. Другой парень мне сказал, «Слушай, приятель, ты тут всего 10 минут, и это первые 10 минут отдыха за последнюю неделю. Кто ты такой? У тебя есть какая-то особая сила. Вы говорили ему, что Дух Святой был с вами?» Тогда нет, я не сказал ему, но сказал позже. Итак, вы уже указали два пункта из семи. Какой же третий? Продолжайте, напомнив нам первые два. Хорошо. Первое. Выкинуть всю литературу и любые вещи, связанные с изгнанием демонов или оккультизмом. Второе. Не говорить с духами, полностью игнорировать их. И только просить Бога, чтобы силой Духа Святого и целительной силой крови Христа справиться с духами. Вы можете спросить меня, откуда ты взял все это? И я могу привести много примеров из Библии. Но я хочу прочитать цитату из книги «Желание веков», 431 страница, где хорошо описывается этот момент. «Искренняя упорная мольба Богу с верой может обеспечить человеку помощь Святого Духа в борьбе против начальств и властей, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И я испытываю это уже 45 лет. Это не что-то новое для меня, это опыт на протяжении многих лет». Прекрасно. Итак, четвертый пункт. Каждое утро читайте о распятии Христа. Это занимает 4 минуты. Даже не читать всю 27 главу Матфея, а лишь стихи с 24 по 54, которые перенесут вас от зала Понтия Пилата до Голгофы, где вы увидите, как Сын Божий умер на кресте и случилось землетрясение. И в тот момент даже римский язычник сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». То есть, когда вы это читаете, вы представляете это все и мысленно оказываетесь там, каждое утро, да? Да, определенно. Это изменит вашу жизнь. Один мужчина как-то позвонил мне и рассказал, что теперь, как ты мне и сказал в том году, я каждое утро переношусь от зала Понтия Пилата на Голгофу, и моя жизнь изменилась, я уже не тот, что был прежде. Слава Богу! Он сказал, у меня теперь совсем другое понимание конфликта между добром и злом. Теперь я понимаю больше о том, что Иисус сделал для меня. И он не мог остановиться, описывая все, что Бог сделал в его жизни. Следующее, вы должны просить Бога. Даже если сейчас всего лишь полдень, а вы уже 10 раз до этого молились, но собираетесь молиться за кого-то другого с подобной ситуацией, то скажите так,
Боже, перед тем, как я попрошу у Тебя о помощи, я хочу попросить прощения у Тебя в том, что если я обидел Тебя своими мыслями, словами или делами, то прости мне мои проступки и удали все мои грехи ради крови Христовой. Всегда нужно быть уверенным в том, что у вас безупречная репутация перед Богом, ведь Библия говорит нам, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И очень многие лукавства постоянно окружают нас. Далее вы должны молиться о вере и о том, чтобы сила Христа спасла вас. Если говорить о вере, то она дается Духом Святым и возрастает только тогда, когда ее заботливо взращивают. Сейчас хочу поговорить только о первой части этой цитаты «вдохновляется Духом Святым». Итак, если нам нужна вера, куда мы идем? Мы идем к Христу или Отцу и умоляем об этом особенном благословении, и оно всегда будет дано вам. Это удивительное благословение. Пункт 7. Запоминайте слова из Писания, чтобы жить победоносной, успешной жизнью христианина. Заучивание стихов из Библии одновременно приносит вам веру, надежду и радость в Господе, и это является силой. Роджер, последняя книга, которую вы написали, «Заступническая молитва», испытывали ли вы тогда чувство беспокойства или преследования? Да, в некотором смысле. Демонические духи спустя 45 лет все еще не хотели, чтобы вы говорили. Да, верно. Когда я начал писать свою рукопись, я не собирался писать много. И написав первую главу, я подумал, что пишу ее для того, чтобы люди, прочитав, увидели, как Господь ответил на молитву и благословил пожилого человека, который чуть не умер в больнице. У меня был опыт этот в Канаде. Но потом, когда Даниил сказал мне, «Папа, ты должен написать книгу», я ответил, «Нет, я не писатель, и ведь есть только книга о молитве». Тогда он сказал, «Почему бы тебе не написать мистеру Ричарду Карпену, который помог тебе с твоей первой книгой, и посмотришь, что он скажет тебе об этом?» Мистер Карпен ответил и сказал, что они прочитали то, что я им прислал, и хотят видеть продолжение. Затем, конечно, пришли еще лучшие новости, что они хотели утвердить еще две главы, а затем и всю книгу. Как только я начал вторую главу, это было днем, двери гаража начали открываться. Это были старые двери, и тому дому было около 100 лет. Но пристройка была новой. И дверям в гараже было около 40 лет. И дверь двигалась снизу вверх на огромных пружинах. И создавала огромный шум, когда вы открываете или закрываете ее. А если еще и ударите об землю, это очень мощно. Стекла начинают дрожать. Она открывалась 2 или 3 раза. Я даже не обратил внимания на это. Моя жена позвала меня и сказала, «Спустись сюда и посмотри, кто там играется с дверью в гараже». Я спустился и сказал, что все в порядке. Она ответила, «Ты посиди здесь, ведь эта дверь открывалась уже 3 раза за последние полчаса». Затем она добавила, «О, может, это Грег собирается постричь газон? Хотя нет, он вчера это сделал». И в этот момент я понял, что это проделки духов. И я сказал ей, «Ничего страшного, не волнуйся, это мелочи». Когда я шел по лестнице, я слышал, как дверь снова поднялась и опустилась. Я пришел туда, но никого не было. Я вернулся к Хильде и сказал, «Это больше не повторится». «Но откуда ты знаешь, что это больше не повторится?» — спросила она. Я ответил, что вокруг много подростков, которые могли бы просто открыть дверь и убежать. Но я прекрасно осознавал, что происходило. Потому что в ту ночь, когда она ушла на работу в госпиталь в ночную смену, я снова начал писать. И как только я занялся этим, дверь снова начала открываться. Примерно каждые 25 минут, полчаса дверь открывалась и закрывалась. Она могла надоесть кому угодно и создавала много шума. О чем вы тогда думали? Ну, я молился об этом. Я сказал, «Господи, духи не хотят, чтобы я писал эту книгу. Но я не на них работаю, а на Тебя. Если ты хочешь, чтобы я поделился своим молитвенным опытом за последние 45 лет, ты должен помочь мне избавиться от этих духов». Но так вышло, что за ту ночь дверь открывалась около 50 раз.
Потому что я писал примерно до 3:30 утра. Ведь я понял, что не смогу писать ее днем. На следующий вечер все полностью повторилось. И так было каждую ночь, когда я писал книгу. Вот что я вам скажу. Когда это случилось в очередной раз, следующей ночью, я сказал Господу: «Боже, все в порядке. Мы не дадим врагу пробраться к нам. Я могу с этим смириться, раз уж моя жена не боится». Вот что происходило. Таким образом, я писал книгу. И как только вы написали книгу, все прекратилось? Да. Знаете, я могу понять, почему дьявол так злится. Потому что вы сделали точное описание той стороны его работы, с которой многие люди даже не сталкивались и не выживали, чтобы рассказать об этом. И Уайт говорит нам, что дьявол ничего так не боится, как того, что его средства и методы будут раскрыты, и у людей будет реальная защита от всего этого. Поэтому я могу полностью понять, почему он был так огорчен. Но слава Богу, что силы Господни больше и продолжают оставаться таковыми. Господь был милосерден ко мне все эти годы. Я был в некоторых ситуациях на дороге с грузовиками, в шторм, в гололед. Я очень много водил машину. За год я проезжал около 25-30 тысяч миль в год. Это очень много. И я видел столько разных случаев, в которых я и сам мог бы погибнуть. Когда я писал свою книгу о молитве, там я упоминал о 2 или 3 из них. Мне приходит в голову мысль: если ты играешь с огнем, то обожжешься. И, к счастью для вас, 45 лет назад вы были спасены от этого, словно головешка из огня. Да, верно. И ваше свидетельство продолжает жить. Вы ходили в смертной тени около 45 лет. Но в вашей же книге я прочитал, что вы не против этого до тех пор, пока Создатель пребывает вместе с вами. И Он действительно пребывает, не так ли? Да, да, определенно. Вы смотрели заключительную, вторую часть интервью «Путешествие в мир сверхъестественного» с автором бестселлеров Роджером Морнье. Это эксклюзивное интервью проводили Дэн и Карен Хаутонг из центра Heart Research Center.